все готово. Тем временем косплей зарисовка неформат номер 5. Миками, Вик, Кей, Лянзик, Офидия, Игара, Дизонор. Лет я провел на этом проклятом острове, в этом городе, полном отбросов. Мои руки обогрела кровь ученых, неверных жен, мужей, аристократов-педофилов,
служителей закона, чересчур ретиво отстаивавших справедливость, и политиков, которые могли продать родную мать за гроши. Или наоборот, были слишком честны. Так чем императрица лучше них? Каждый раз, когда я засыпаю, я вижу один и тот же кошмар. Вновь и вновь ощущаю, как холодели ее руки, когда жизнь уходила из нее. С какой стати я должен ощущать на себе вину за этот умирающий город? Иногда я задаю себе вопрос. Этот Данул прогнил насквозь? Или в мире ничего не изменилось? И загнил только я сам? Я знал, что ты придешь, лорд-защитник. И знаю зачем. Теперь я вижу знак на твоей ладони. Метку самого аутсайдера. И вспоминаю все, что сделал. Я годами поджидал удобного случая, а затем выходил из переулка и всаживал нож между ребер какого-нибудь дворянчика. Деньги переходили из рук в руки от одной богатой сволочи к другу. Месяцами я убивал для тех, за чью голову мне платили через год. Я помню, как склонялся перед святилищами, и аутсайдер нашептывал мне, что я могу изменить ход вещей. Что я важен. Это было приятно. Я поверил в свое могущество. Но чего я достиг? Лишь осознание, что только Джессамина Колдуин удерживала этот город от упадка. После ее смерти Данул превратился в порочное сборище стражников, смотрителей, подыхающих от чумы бедолаг и мародеров. Может, это и есть мир, который аутсайдер пытался мне показать? Но теперь это не важно. Важно лишь то, что сейчас начнется поединок, который возможен только между нами. Так посмотрим же, чью жизнь спасет аутсайдер. Твою или мою? Yeah.
Thank you.